вершину этой скалы. Вон, мам. Где? Вон. Правее? Правее. Че, не вижу? Вон. Не вижу. Это. Мам, поверни налево, посмотри. Там темнее, видишь? Да. Да. Дельфины приплыли. Не видно их. Меня лука гладит. Дельфинчик. Дельфины, вот видели? Это дельфинчики. Вон, один еще. Наверное, маленький есть. Да, не маленький. Не видно меня отсюда. Ага, видишь, да, плавничок видно, но камера не надо. В этом году, правда, ледяка нету, и его рыбачество закрыто. Его угодья. Да, никого нету, туристов нету, дикарей нету здесь. И мы даже не знали, будет ли вода. Ну хорошо, что там, где обычно был краник в трубе, там уже поставили хомут. Какие-то туристы еще до нас вбили туда деревяшку, и вода в разные стороны разбрызгивается. Но благодаря этому мы смогли остаться здесь, потому что вода. Раньше телефоны мы у дяди Паши заряжали, ну а сейчас нам приходится придумывать разные варианты. Здесь негде зарядить телефон. Негде. Если нету знакомых или там не зайдешь в кафешку, то негде вообще туда зарядить. Сегодня пятница. 13-го, кстати. Обещают грозы. Посмотрим, будет ли гроза. Не будет такой. Хотелось бы пройтись по от Восточной набережной аж до сюда, до нашего местечка. Не знаю, будет ли заряд у нас на телефоне, чтобы это сделать. В этом году небывалые сели, посходили с холмов. Вон они, мам, поближе стали, вон. Нет, напротив меня дельфины, да? Да, вон. Вот, дельфинчик, не знаю, видно.
пытаемся дельфина уловить. Вот такая дельфинчика. Ну, я, например, не вижу. Камера не видно? Нет, камера не передает. Я приближаю, но не получается.